Всем привет, народ! Как поживаете? Итак, мы отправляемся бить скоробея. Я обменял свою снайперскую винтовку на вот этого вот малыша. Ага. Да, ребят, если к вам прислали спартанца, у вас большие проблемы. О, бедный танк. Эх, вы ж не знаете еще, как с ним драться. Никто из нас пока что еще не знает. Хотя, в принципе, у него технология должна быть уничтожения та же самая, что и потом на земле будет. И за что? Были интересные модели скоробеев на пределе, которые больше не появлялись, однако. Ага. Он там что-то перезагружается. А, не, он уже двигается. Хорошо, пойдем. Валить его, ух ты. А, не, я в воду прыгать не буду. Вы сами без меня купайтесь. А то вдруг, если надо будет раздеваться, я сниму броню, а вы потом ее украдете. Хорошо. Теперь наша основная задача — это забраться вовнутрь. Так, ракеты тут есть. Снайперку я брать, наверное, не буду. Ай, блин, ладно, ладно, возьму. Но тогда мне понадобится больше патронов. Тогда сейчас пойду возьму еще. А там посмотрим, как получится. Хорошо, это мы взяли. Ух. Еще музычка отличная пошла. Но скоробей немного заходит в тупик, поэтому мы в любом случае сможем его хорошо размолотить. Мы преграждаем ему движение. Вы представьте человека, который бегает, целясь в снайперскую винтовку полностью боком, и которого вообще не интересует, кто рядом с ним. Вот, танки его подстерегают там на дамбе. Ребят, ну вы хоть как-то поосторожнее будьте, что ли. Да, я тяну, чтобы он встал в тупик, и тогда я смог на него спокойно прыгнуть. Пока все думают, что он уничтожается. Опа! Первый морпех, оседлавший скорпиона. Да елки, какого скорпиона? Скоробея. А! А я в курсе, что вы по своему стреляли, да? Погодите, а он точно останавливается, да? Кораблей тут у нас так-то много. Ага, да, все. Он теперь в ловушке. И пока наши ребята стреляют по нему, у нас есть отличная возможность повеселиться. Че, зря патроны откладывал? Стоп. А разве так много ракет можно брать? Не, вроде изначально меньше. Так, конструкция немного другая, это более такая штурмовая вариация скоробея. Потому что видите, сколько тут пространства. Кто-то выжил? Да. Фига себе. А ну-ка. Иди сюда. Ты живучий. Отлично. Мы уделали этого скоробея, дорогие друзья. Мы сильнейшие. Ох, какая касценка пошла. Фух. Ну, давайте ее досмотрим, и в принципе уже все. Да. Ладно.
Давайте не будем ее досматривать. Мы и так знаем, что будет дальше. Поэтому встретимся уже в следующей главе Halo 2 Uncut. Всем огромное спасибо. До новых встреч. Arrivederci.